По факту группового отравления фастфудом, а именно шаурмой, по адресу Канатная, угол переулка Матросова, городским головой создана рабочая группа, в которую вошли представители Держспоживслужбы, Управления развития потребительского рынка защиты прав потребителя, здравоохранения, Департамента муниципальной безопасности, представители полиции, экологии, санитарно-эпидемиологической службы и так далее, райадминистрации. Целью этой комиссии является в ближайшие, кратчайшие сроки проведение обследования всех объектов, в которых в городе Одессе происходит реализация фастфуда, в частности шаурмы. Тот объект, в котором произошло вот это групповое отравление людей, в разные дни, людей, не связанных друг с другом, мы встретились с владельцем заведения, который сдал его в аренду предпринимателю, который выпустил эту продукцию. И вместе с ним произвели демонтаж летней площадки кафе. Это 80% заведения уже демонтировано, оставшаяся часть закрыта, законсервирована. Для того, чтобы гости города Одесситы были спокойны за свое здоровье, мы предложили всем предпринимателям без исключения добровольно согласиться на подобные проверки, допускать представителей СЭС, Держспоживстандарта, райадминистрации и Управления развития потребительского рынка к этим проверкам на свои объекты. Мы потребовали закрыть все объекты до того момента, пока не будут обнародованы результаты этих проверок. Количественный состав рабочей группы таков, что исключены вероятность коррупции, вероятности сговора и так далее. То есть данные будут максимально объективны.